Всем добрый, прекрасный день. Сегодня 13 мая 2024 года, и мы пришли к нашим деткам вместе с вами. Давненько мы вам не показывались. Ну, очень-очень много дел, правда. Весна. Нужно все-все успеть. Плюс еще немножко спину я лечу. Ну, то ладно. Все в порядке, все отлично. Конечно, детки всегда под присмотром, накормлены. Кто-то тут вот кушает сухой корм. Хрум-хрум-хрум. Это наш красавчик, малыш Джерик. Мальчик черно-подпалого окраса. Вот такой сладенький. Кушает вкусненько. Кормик. Молодец. На здоровье, мой сладкий мальчик. Мальчишечка свободен. Можно его зарезервировать. И как только мы привьемся, пройдем карантинчик, подрастем, сможем отправиться в вашу семью. Вот такой вот он весь черный-черный. Только совсем немножечко есть у него такого рыженького. Так, вот там вот красотулечка Агата. Детки растут у нас тут все вместе, совместно. И маму подсасывают тоже. Ну, я разрешаю, конечно, разрешаю. У нас семейное такое вот здесь вот. Так, малышечка Агаточка тоже в поиске мамочек-папочек. Девочка Голд. Вот такая масюнечка, красотулечка, да. Будет в окрасе Голд. Моя жайка. Агатушка, Агатулечка. Это моя сладкая девочка. Вот такая красивая-красивая девчоночка. Шустрая, быстрая. Вот такая. Круть-верть. Прям не поймаешь ее. Уже очень хочется играться с нашими масенькими детками. Ну вот деткам нашим еще нет и месяца. Ну уже вот-вот-вот-вот будет. Вот. Поэтому, конечно, они уже и даже и лаять умеют. Да-да-да. Иногда ночью слышу, они разыграются, бегают, прыгают. Вот такая вот у нас милота. Так, мы желаем всем вам хорошего настроения. Такой, как у нас. У меня вообще всегда хорошее настроение. Встаешь, и вот они, эти глазочки, эта милота, красота. Моя зайка, вот так скажи, а я, меня покажите. Уже немножечко мы укладываемся с паточки там. Наши малыши здесь, это детки шоколадного Йорка. Вот такие масюнечки, да, сладкие детки. Агатушка вот тут с ними играется, воспитывает, да, зайка, приучает ко всему, моя золотая. Агата, Агатулечка, куколочка. Так, ну что, наверное, я вас немножечко поближе познакомлю с этими детками. Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, я вас познакомлю все-таки поближе к нашим, с нашими детками. О, красотульки прибежали, да, тоже надо, да? Хорошо, да, хорошо, мои зайки, вот такие красотулечки, да, покушали деточки. И это наши, повторюсь, красавчики, которые постарше деточки. Это Джерик, мальчик черно-подпалого окраса Джерри, красотунчик, маленький-маленький, вот такой прям такой легкий-легкий, вот такой зайчоночек красотулик, да. Ушечки у нас уже стоят, вот такая красивая мордашечка, веселун красотун, да, такой сладкий. И это девочка наша, малышечка Агата. Агатушка, девочка в окрасе Голд, тоже малышка-малышка, такая крутышка. Ой, ну шустренькая, быстренькая такая жайка. Так, все, это деточки постарше, я за них уже рассказывала много-много. Вот, теперь хочу рассказать о детках шоколадного Йорка. Ну, Агатушка, ну, солнышко, не надо по ним топтаться. Да, им хочется уже в полную силу с ними поиграться, а они еще-то, в общем-то, на ножках так себе стоят, скажем. Ну, нет нам еще месяца, да. Ну что, начнем мы, наверное, с девочек. У нас тут две девочки и три мальчика. Ой, Агатушка вообще, она такая прям девчоночка, общительная-общительная, постоянно. Вот Манюська, да, 2 месяца куколки, и она все время лапочкой раз-раз-раз возьмет. То есть обратите на меня внимание, да, моя золотая. Конечно, мама обращает внимание, да, моя сладкая, да, уже
глазочки, мои красотульки. Ну все, солнышко, пока тебе чуть-чуть еще попозже. Да я рассказала тебе. Вот такая милота, да, настолько они чудесные, прекрасные. Каждый день по 10 раз, конечно, сюда заходишь, хочется сидеть. Но вот, конечно, не совсем всегда вот есть время. Сидеть очень долго, но я очень стараюсь, чтобы они все вот, да, вот так вот были ухожены. Да, чуть-чуть сладкие мои, вот так вот им хочется поиграться. Мои золотые, да, мои сладкие зайки. Так, ну что, начнем мы, наверное, с наших вот деточек шоколадных. Так, чуть-чуть поближе я вам хочу показать. Помощники тут у меня... сбивают камеру, Джеричка, солнышко. Так, ну что, повторюсь, да, у нас тут две девочки, и три мальчика, разные деточки, совсем разные, поэтому знакомьтесь, первая наша малышечка, девочка по кличке Джулия, вот такая красотулечка, в окрасе шоколад с подпалом. Вот такой носик у нас шоколадный, красивый. Вот такая золотая девчоночка. Вот такая красавица. Прям шоколад. Очень хорошо одета. Прям шикарно одета. Вот такая малышечка Джулия. Кажи, будем знакомы. Джулия, малышечка, красотулечка, да, уже, конечно, укладывается, мама, наверное, немножко не вовремя, да, так, осторожненько, так, это малышечка, крошечка, маленькая девчоночка по имени Аманда, вот такая малышка, просто масенькая, такая прям курносик, и вот такая вот, прям миниатюрная. Видно, что она прям совсем будет крошечная. Также в окрасе шоколад с подпалом. Подпал у нее посветлее, посмотрите, чем у ее сестрички Джулии. Также очень хорошо одета. Вот, красивая такая девчоночка. Я думаю, что она будет очень маленькой девчоночкой, такой красотулечкой. Но, как и все, в принципе, минички, микрочки, да, по моим наблюдениям, они прям с характером таким, прям огонь. Все шустрые, быстрые, смелые, прям такие активные, да. Поэтому видно, что она вот ни в какую не хочет сидеть у меня в руках. Поэтому, ну, вот такая зайшка по имени Аманда, красотулечка, масюнечка. Все, отпускаю девочку, потому что она, ну, уже вот надо ей бежать. Так, следующий мальчик. Крутой мальчик, да, наш красотунчик. Они все крутые, все классные, все замечательные. Это мальчишечка. Он в окрасе горький шоколад. Вот такой мальчишечка по имени Принц. Да, вот такое коротенькое, красивенькое имя, потому что он принц. Вот такой зайка. Маленький, тоже аккуратненький, маленький. Так, ребятушки. Это между собой уже они, да. Ну, все, спокойнее, пожалуйста, не надо драться. Также хороший такой прям волос у нас, прекраснейший. Вот такой мальчичек, масик, такой красивенный зайчоночек. Носик также шоколадный, такой вот он и будет шоколадный. Мальчишечка принц. Вот такой зайка, зайка. Такой, ну, по характеру пока он очень спокойный. Такой прям лентяйчик, полежать, поспать. Ну, спокойный ребенок. Пока что наблюдаю его вот таким. Дальше будет видно. Бывает так, что спокойный, а потом ух, огонь. Вот такой мальчишечка по имени Принц. Так, следующий наш мальчишечка, красотунчик. Так, осторожно. Это зайчик по имени Лоран. Лоран, красотунчик, да? Мальчик тоже в окрасе шоколад с подпалом. Вот такой мальчоночек посветлее немножко. Окрас у него тоже носик будет шоколадный. Ну, у них у всех носик будет шоколадный. Вот такой малыш, зайчоночек Лоран.
Тоже прекрасная шерсточка. Хорошо, прям так вот. Да, заросла, да? А, такой золотой. Спят уже детки, мама, наверное, выбрала немножко не то время, которое нужно было. Ну, пока убиралась, они бодрствовали. А эти хулиганы, вот тут вот, прям хулиганы. Так, давайте, у меня тут детки, а вы... Так, давай я вот принца немножечко сюда, то вы прям затопчете. Такие, да, они же постарше, поэтому немножко гуляют больше времени, чем малыши, поэтому они вот тут вот помощники мои. Так, вот такой красавчик Лоран. Красивый мальчишечка, растет зайка. Так, все, иди, солнышко мое золотое. Так. Ой, так вот. Так, ну вот хулиганы мои, вот хулиганы. А можно вот здесь, солнышки, погулять? Вот здесь. Там уже малыши там дремают. Так, и еще один, солнышки, мальчишечка. Вот такой сладкий мальчик. Более темного окраса, он тоже с подпалом, но более темный. Здесь меньше светлых пятен на нем. Мальчишечка по имени Аполлон. Вот такой. Зайка, красавчик. Вот такой. Золотой мальчишечка. Тоже прекрасный. Шерсточки. Вот такой сладенький мальчишечка. Аполлон. Только сладкий. Вот такой зайка. Также имеет носик шоколадный, красивые глазочки, бусиночки. Вот такой сладкий мальчик. А эти тут, а эти. Хулиганчики мои, ой, боже, за ними наблюдать можно бесконечно просто. Такие сладкие, такие умняшечки, такие прям красотулечки. Так, наш мальчишечка Аполлон, красотулик, вот такой сладкий мальчишечка, да. Ну, такой золотой мальчик, ой, Аполлончик. Красавчик. Да, вот так. Вот, Аполлончик. Красотульчик. Так, ну все, дорогие друзья, показала я вам. Детки уже пошли спать. Вот этих красотулечек надо звать сюда подальше, потому что они бывают мешают им спать, а бывают и с ними задремают. Поиграют и задремают. Вот такие сладкие наши деточки. Так, напоминаю, что вот эти деточки постарше, которые родились 8 марта. Да, красавчики, вот такие желатулечки. Мы помаленьку прививаемся, развиваемся, приучаемся. Ой, они уже приучены всему. Вообще потрясающие детки. Вот отсюда я туда, в тот конец комнаты, бегут на пеленочку, пописали. Скажу вам так, что практически нет у меня вот здесь вот забот. Эти малыши все выходят тоже на пеленочку вот сюда. Никто никогда в лежаночках не писает. Вообще не было замечено ни разу, скажу вам. Я их, конечно, меняю, все равно свеженькие должны быть, дезинфицируем все, но они молодцы. А вот эти вот красотульки, да, замечательные, тоже очень хорошо как-то освоились, поняли, что есть пеленочка, и ходят на пеленочку. Гуляли мы на улице несколько дней всего лишь. У нас похолодало, так здорово похолодало, ветер и прохладно, поэтому вот вчера, сегодня мы не выходили на улицу. Вот, ну, как бы холодно, да, не хочется. А они тут. И открываю окошечко, все тут у нас свежий воздух, да, так, Агатушка, да, Агатушка, я забрала Джерика, она решила разбудить наших деток маленьких. Вот такие жайки, вот такие лохматухи, да, мы, скажи, уже наигрались, набаловались, набегались. Вот эти мой золотой, вот такие малыши, вот так, карандаши. Это Джерик, красотунчик, вот такой жайка. Черно-подпалый. Фактически будет черный, совсем немножечко у него вот есть подпал. Не хочет. И красотулечка, малышка Агата. Агата будет, ну, голдом. Она будет больше рыжей, больше золотой такой. Вот такие зайки. Все, бегите. Ну все, друзья, я оставляю деточек здесь. Они все спят.
малышей. Попробую сейчас тоже немножечко забрать. Но я не закрываю вольерчик для того, чтобы и мама заходила. И им, конечно же, интересно. Ну, что делать? Они уже ждут, пока малыши подрастут. Вот такие игры у них, да, прекрасные. Вот такие, да, балуются, балуются. Баловнички мои, красотулечки. Вот и пусть будет. Вот так, вот так. Вот так. Вот такие зайки, зайки. Красотульки мои. Вот такие зайки. Так, Агатушку и Джерика можно зарезервировать. Вот такие зайки. Мы еще совсем немножечко, да, там, ну, еще свое время придет, привьемся. И пройдет карантинчик, и можно будет отправляться домой. Также у нас есть разные другие деточки, малыши, постарше детки, подрощенные. Смотрите наше видео. Если кого-то заинтересовал, пожалуйста, пишите Viber, WhatsApp, Telegram, телефончик под видео. Всегда рада общению, поэтому если кто-то из наших деток вам приглянулся, да, золотой мой, золотой, ой, о боже, вот так, вот так, вот так. Пожалуйста, обратитесь, я всегда расскажу, какой возраст, какой вес, размер, все что угодно, в общем-то. Все ваши вопросики, конечно, удовлетворю. Все вопросы пишите только в личные сообщения. Я говорю об этом постоянно. Кого действительно заинтересовал щенок, тот пишет мне в личные сообщения, либо звонит. Вот, поэтому, пожалуйста, сделайте одолжение, если правда вас интересует, то можете обратиться. Все, всем всего хорошего, хорошего дня, хорошего настроения, всего самого доброго, дорогие друзья. Вот такое чудо у нас растет. Ай, так, мама с руками не разрешает играться, ты же знаешь об этом. И вы, дорогие друзья, помните, что с руками нельзя играться, даем какую-то игрушечку, потому что собачка привыкает, думает, что это нормально, когда она играет с руками вашими, а зубочки растут и очень больно. Вот он меня прикусил, как бы это больно. Вот, поэтому не стоит разрешать, а нужно давать вот разные игрушечки. Игрушечек, слава богу, сейчас в продаже очень много. Вот, поэтому они вот с удовольствием играются. Ну, и погрызушки есть, которые полезны очень, да, желтой. Вот так, все. Ну, все, друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения. Вот такое настроение, как у нас. Вот такого, вот такого. Вот такое, такое. Так. Вот игрушечки мои. Игрулечки. Золотулечки, да. Золотулечки. Все, беги. Вот так, что им надо? Человек нужен, да? А так играться. И так играться. Скажи, я поел, попил, все хорошо, теперь буду гонять играть. Вот такие зайки классные. Так. Все, солнышко, все, мой хороший. Ну, извини, надо маме бежать. Бежать, да, надо заниматься еще делами. Все, друзья, всем всего доброго. Пока-пока.